Это непосредственно банков. И сейчас мы... Стойте! Соревнование состоит в прохождении спецучастка за определенное время. Дается ограниченное количество времени, если экипаж не укладывается, его эвакуируют. И так на день дается определенное количество этих спецсекций. Ты почувствовал себя в Малайзии? Да, особенно вот сейчас. Формат очень интересный такой, можно и отдохнуть, и высохнуть, и перекусить даже. А теперь вставай, потому что нужно думать, нужно как бы нельзя просто шарошить. Потому что если будешь просто шарошить, развалишься. Хочешь — берешь, хочешь — смотришь, как другой берет. Как бы наблюдаешь все своими глазами. Это очень интересно. Что в нашем городе, в нашей стране это будет развиваться и дальше. Да. Ремонт, если мы обратно в гонку. Мы еще вернемся. Будем стараться. 5 часов финиш у нас и 7 часов старт, 7:30 старт на ночную зону, поэтому стараться, да. Зацепите Джимми, пускай он зацепится за вас и протяните его ходом, да и все. Да.
Да, я вас. Давай дам тебе свой навигатор. Да. Ты все равно сидишь, и ты едешь. Я еду, блядь, хуй знает куда. Вчера были уже вообще без сил. Пантригон получился такой, как мы планировали. Изначально экипажи не были к такому готовы, к командной работе. Обратно они на финиш приезжали, уже целовались, обнимались. Понравилось мне. Здесь удачно такие трассы интересные. Тут дождя не было, чтобы молодцы почувствовали. Сама по себе придумана для объединения, то есть вот именно людей, то есть джиперов там разных классов. Триал такой с хард эндуро, трофи. Интересно, хотелось бы посложнее. Все, добавьте просто побольше спецучастков вот таких. Вчера был очень большой коридорчик, вот отдых 5 часов. Нужно сократить, не нужно отдыхать, нужно вот ехать, ехать и ехать. Больше количество спецучастков и подкорректировать время. Но на каждый спецучасток свое время. Организаторы молодцы, справились, я считаю, на 100%. Будем участвовать. Главное, чтобы техника только не подводила. Так вот, такое мероприятие организовать было сложно, честно. Было... Ну просто это полгода нашей жизни, на самом деле, всего клуба. Но у нас специально была категория стандарт, стандартный абсолютно автомобиль. То есть люди даже не переживают, что он сейчас приедет на стандартном автомобиле, а мы пустим кого-то более подготовленного.
Спасибо.